Ну і спякотна ж. Хай, по-перше, минулий раз я забув вам представитися. Моє ім'я Євген, Женя, чи як завгодно вам, Джоні. І я ваш персональний гайд по Lingualand. Почнемо з новин. Уже зараз починається набор на занятки на осінь у Lingualand. І вже можете приходити і записуватися, і планувати свою осінь. Сподіваємося, вона не буде такою ж спякотною, як літо. Сьогодні ще ми сходимо до наставника Кирила. Кирил – наставник німецької у нас мови, і так само ми познайомимося з його студентами. До речі, коли ви не побачили ще перший влог, можете побачити його де-небудь. Так, що ще ми зробили? На днях ми, тобто я і наш головний методист Варвара Щука, ми присіли на годинку в одному нашому кабінеті для занятків, і ми записали нашу розмову. Такий собі подкаст і програма. Ми розмовляли про мови, про те, як вчити мови. Варвара... Да. Яна розмовляє на 5-6 мовах, це нещо таке. Поэтому чоловік, який ведає, як вчити різні мови і має досвіду. І до того ж, знаєш, у нас методист. Хопіть уже сидіти в класі. І пошліть, вийдемо на вулицю, окей? Ух, спекотно. Короче, что мы будем робить зараз? Мы пойдем и позапытываем некоторых людей про некоторые питания про мову. Некоторые из них мы будем обмерковывать так само у подкасте. Подкаст, який я вельми вам раю поглядеть, тому что мы потратили вельми шмат сил, мы потратили вельми шмат энергии, и мы наогул так шмат працевали над ним. И поэтому зараз мы поглядим то, что отказали нам люди на все то, про что мы хотим поразмовлять. Окей, let's go. Школы хорошие, но... Ну, он плохо преподавался в моей школе, но потом поменялась у меня школа там на лицей, и там был совершенно другой преподаватель, и вот у него была такая методика совершенно другая. Хороший вопрос ставит тупик. Я все-таки считаю, что в школе очень плохая программа обучения иностранному языку, потому что, ну, все-таки очень растягивают и, ну, дают плохую базу. То есть я считаю, что нужно самому учить. Любое занятие, которое было в школе в наше время, оно являлось принудительным, поэтому мне в этом нет ничего интересного. По большому счету, если человек не думает, что будет впереди. Ну, нормально. В принципе, хорошо, но если все учить и все понимать, славливаться на лету, то вполне можно и выучить иностранный язык. Дети, учите английский язык, иначе будете на лавке, как я, сигареты курить, ходить по этому городу и никуда не уедете. Это как минимум понимать фильмы, слушать музыку. Ну, для того, чтобы общаться с иностранцами, там... Мне кажется, иностранный язык нужен людям, во-первых, чтобы можно было найти общий язык с другими странами, с людьми из других стран. Для коммуникации он необходим просто, английский язык. Узнавать новых друзей, то есть да. Более... И уехать в другую страну и общаться там свободно. Для путешествий, для того, чтобы можно было лучше прочувствовать страну, да и вообще это очень удобно, потому что удобно находить как бы дорогу везде. В работе может, кстати, тоже пригодиться вполне иностранный язык. Смотря до какого уровня, то есть если до какого-то уровня, чтобы просто более-менее свободно себя чувствовать, я не знаю, в другой стране с иностранцами общаться, но думаю, за полгодика можно понять такого. Один может выучить за год, второй за всю жизнь не может выучить, а третий за месяц. Ну, если захотеть, можно, ну, прям хорошо, но года 2-3, нет. За 16 часов. Ну, 16 уроков по часу можно выучить. Да, в принципе. Все зависит от программы и от того, что в голове у человека. Все, позапытывали людей, а зараз идем знакомиться с Кириллом, выкладником немецкой мовы. Добрый день, меня зовут Кирилл Реутович, я выкладчик немецкой мовы. Я скончил Белорусский державный педагогический университет имя Максима Танка по специальности белорусская мова и литература, сусветная чинная культура, замежная мова немецкая. Немецкая мова – это мова вельми близкая, подобная до белорусской мовы. Человек, який володает белорусской мовой, может с легкостью володать немецкой мовой.
Ну, я вывучаў немецкую мову ў самой Нямецчыне з носьбітамі, і цікавасць гісторыі заключаецца ў баварскім дыялекце, які я спачатку не разумеў, будучы выпускніком звычайнага педагагічнага універсітэта, а праз паўгады ўжо казалі: «Асцярожны, Кірыл разумее ўсё». Таму жарты з мяне спыніліся. Не толькі граматыку, а і фанетыку, і сінтаксіс магчыма вывучыць даволі хутка. Усё залежыць ад матывацыі. У прынцыпе, калі гэта інтэнсіўны курс, то з абсалютнага нуля можна дайсці да ўзроўню B2 і перакананы не больш, чымся за паўтара гады. Самы любімы нямецкае слова. Такого слова не існуе. Все нямецкія словы патрэбныя і карысныя, і кожнае нямецкае слова мусіць ужывацца ў кантэксце. Добрый день, меня зовут Марта. Мытник Николай. Юлия. Амир, из Комелс Босния, Герцеговина. Меня зовут Андрей. Потому что я планирую переехать в Германию жить. Немецкий язык учу, потому что... Потому что мне нравится немецкий язык, и потому что я люблю путешествовать в Германии. Хочу работать в Германии. Warum nicht? Jede Sprache ist gut. Язык будущего, язык прошлого, язык настоящего. Я изначально начинала заниматься в LingvaLearn, потом я ушла в другую языковую школу, опять вернулась, мне нравится здесь. Просто это одно из тех курсов, которые мне попались в первом интернете. Случайность. Школа будущего. LingvaLearn, ну, по совету моего коллеги, вот, который здесь уже не один год учится. Meine Frau ist gehe in diese Schule auch. Sie lernt A1 hier und ich habe ein bisschen zu viel Zeit, weil sie lernt hier auch, so warum nicht? Ну, у него уроки проходят очень живо, он очень увлеченный человек. Хорошее знание немецкого языка. Красавчик. Подход по всем абсолютно разделам языка. Методика преподавания. Ну, мне нравится стиль преподавания, его активность на уроках. Благодаря ему, изучая B1, я сдал бы Гёте. Влеченность вообще и желание всем дать как можно больше знаний. Кирилл is the best learner of the ganze Welt. Слова какие по-немецки? Ich spreche kein Russisch, aber ich habe neue Freunde, die Russisch spricht, gefunden. Мне нравится наша группа. Und etwas gelernt auch. Recherchieren. Вечер, лето и немецкий. На я. Данки, Кирилл. И на это все сегодня. Вучите мову, протягивайте, цікавіцца мовами. И спадзяемся, все у вас будет добре. Good. Alles werden gut sein. Oder nein. Okay. Auf Wiedersehen. Да. Да.